Всем привет, с вами Green Freddy с канала Клеер. А сегодня мы выслушаем одного человека, называется Аарон Волк. Представляете, мы его пригласили к нам на канал маленько поиграть, показать ребятам, как можно играть в игры. Потому что Клеер пошел на зимовку, а я тоже пойду сейчас в берлогу, поэтому надо кому-то заменять на канале. И поэтому мы пригласили Аарон Волка. Теперь Аарон Волк будет иногда вести передачки на канале Клеер. Да, молодец, чувак согласился, и теперь иногда будем смотреть его вместе. Поэтому приходите, смотрите, всем пока. А сейчас Аарон Волк! Ну и как вы поняли, дети? Вам жопа. Ха-ха-ха-ха-ха. На самом деле, я не такой уж и злой. Иногда бываю веселый. Иногда смеюсь. Иногда. Да. Поэтому я буду рад принять участие в развитии наших каналов. С Клевером, конечно. Ну и с этим толстопузом медведем иногда. Сами понимаете. Надо жить дружно. Не ходить я по одному. Потому что я могу быть за углом. Ну что, поиграем в детскую игру? Ну так, ребята, еще раз привет всех. Вот, как вы поняли, сейчас на канале Клевер собралась кучка зверей всяких разных, там зеленый медведь, классный волк, да, именно классный волк. И я буду ему иногда записывать детские игры. И выставлять, естественно, на своем канале. А многие, нет, не многие, 10 тысяч человек примерно знают мой канал, поэтому приходите, поиграем. Сейчас мы поиграем в игру Jugel Style. Вот. Это игра про маленького ребенка, который проснулся ночью. В небе ночном повисла луна. Почему же таверна до сих пор полна? Вот что они успели днем. Вот нам Джек-сказатель будет рассказывать сказку. Только потише, не надо болтать. Я знаю, что именно вам рассказать. Проверю вам повесть такую, чтобы могли... Ого. Вот о юной девушке, что страха не знала, жила, как и все, и о счастье мечтала. О, погодите, и на сцену смотрите, смелее, смелая леди появится тут. А первый акт цирк. Вот, у нас... Леди маленькая. Жила в небольшой деревушке, как это, впрочем, не важно, там, нам для сюжета, вот. В любом захолустной истории ждут захолустье, и что это, я непонятно, ну давайте. Так, у нас что? Мы играем девочкой. И что нам надо делать? А, подожди, я так не хочу. А туда можно? А туда нельзя, ребята. Поэтому мы пойдем сюда. Это марионетка. А кто не знал, кто любит ФНАФ? Кто любители ФНАФ? Есть на канале у Клевера? Мне просто интересно. У меня любителей канала Клевера нет. Не так сказал. У меня ФНАФ, а любителей нет. Вот, поэтому это марионетка. А там люди стоят. Что они там делают?
А нам просто прямо бежать, я так понимаю, да? А маленький цирк заглянул в городок и кучу внимания сразу привлек. Так, я буду сейчас стихами говорить. А кого же мы видим среди толпы? Крошка Бэйби, вот ведь и ты. Ага. И? Мужик на веревочках тоже. А смотрите, тут все на веревочках, даже корова на веревочках. А это свинья. А... О, привет, а как тебе помахать? Вот. Ну. То есть я... Она, он сказал отвезти туда. Подожди, куда полезла-то? Ну. И зачем? А, чтоб через забор, наверное, перелезти. Мы даже не зная этого сюжета, уже знали, что надо лезть через забор. Оригинально. Мы вообще крутые. А, нет, я крутой. Я не буду себя хвалить, потому что я лесной. А, к чему я это сказал, я пока не понял. Ну, что? Ага. А, мы же из цирка. Там-да-дам-да-дам. И сюжет-то где? Тут у всех на башке веревочки. То есть, это страна марионеток, вот. А, давай, Эбби, покажи, что умеешь. Ребята, у меня на канале очень много всяких разных игр. И сейчас здесь будет, надеюсь, много разных игр. Что это? Что это было? Чего не делать-то? Ну, я кидаю, я мячик. Зачем? И чё бросить? Зачем? Подождите, сейчас мы секунду нажмите R. И зачем? А, мне надо вон в ту эту попасть. А как я прицеливаться буду? А, вон как. Ну давай. Раз на то пошло. Вот, прицелилась. Вот, очень недурно, скажу я вам. А если вы... что это, обман? Чего? Не понравилось. Дай мне шарик. Понял? Дай мне шарик. Я пойду с шариком. И в чем смысл? Я так не понял. Ну, побежим. Не случайно она в этом месте, смешно. Здесь Бэйби. А, это Бэйби. На сцене блиста. Умея. Короче, это Бэйби из циркус. Циркус Бэйби. А, и тут прыгать будем. Можно было по лестнице спуститься, наверное, да? Нет? Парам-пам-пам. Зрители смотрят, объявляя ведущий. На сцене девица и монстр ревущий. А, и... Медведь. И что делать надо? А что делать-то надо? Эй, подожди. Мяч бери. Молодец. Кидай. Да, поближе подойдем. Пьем. Ура! А дальше-то что? Вы что предлагаете-то? А, шапку сбить надо. А, вон как, какие дела-то. А, нет. Что ты не даешь пройти-то? А я как должен теперь идти? А, прыгните на веревку, вот.
А чё сразу-то не сказали? Чё она не допрыгивает? Так она не допрыгивает до верёвки. А как я должен прыгать-то? Прыгните на верёвку, чтобы раскачаться. А, ну вот. Прыгай на верёвку. Я не понял, почему она не прыгает на верёвку? Да. А, вот, ребята. Делов-то надо было всего лишь притащить коробочку. Вот, видите, иногда надо думать извилинами. Вот, теперь залазь. Теперь прыгай на веревочку. Теперь раскачивайся. Вау. Ты че, медведь? Охренел? Вот. Давай. Вот, ребята. Ай, прикольно. Так-то, а у нас еще вон веревочки есть. Давай-ка попробуем. На ту веревочку сможешь? А, нет, все. Яблоко бери. Теперь кидай. А, в шапку. Пяу. Нет, не в шапку, значит. И что дальше-то? А теперь скажи, что нам надо-то сделать. Well done. А, молодчина, почти удалось. Давай, утри нос ему. А что надо-то? Я пока не знаю. А. В общем, надо взять что-то и кинуть куда-то, наверное. По-моему, так. Да ни хрена. А что надо сделать-то? Ну, она только в одно может положение попадать. И что? А нам что надо сделать-то? Может, подальше надо яблоко кинуть? На, туда, яблоко. Иди туда. Вот, взяла шапку. А, вот, видите? А, феноменально, Эбби. Воскликнул ведущий каждый днем. Все лучше и лучше. Но часы пролетели, уж ночь намечается. На этом наше представление замечательное кончается. А, интересная игра, я вам скажу. Увы, жизнь Эбби очень грустна, когда вокруг и не ликует толпа. А зрители тебя снова видели, желает... В общем, ее закрыли. Ее жизнь лишь тюрьма, и только на сцене свободна она. Вот, ей надо свалить это. Ее скромный обед даже птички не пир. А ведь Эбби мечтает увидеть мир. А что это? Крыса заметила грусть. Яблоки вытащили на перекус. Ты че сперла яблоко? Отдай яблоко. Спасибо. Вот, нам дали яблоко. А теперь, я думаю, нам надо что-то сделать с этим яблоком. Кто думает, что нам надо сделать с этим яблоком? Замок мы не можем. Медведь у нас есть. Вон куча яблок. Давай хоть сожрем. Нет, она не жрет яблоко. Ну, нам по-любому надо куда-то кинуть. Во!
ведущий вбегает. Что? У него ключ есть. Мыши, давайте. А вы можете ключ стащить? Ну, взяли. Короче, нам куда-то надо попасть, я думаю. Что, блин? Так, ребята, у него ключ есть. Как нам его ключ взять? Крысы, вы крысы настоящие. Вы в курсе? Давай. Ну. Так, и куда нам надо кинуть? Так, ну туда не надо кидать почему-то. Там шум. Может, сюда? И чё? Вот, хорошо, хоть крысы нормальные. Дайте пожрать. Откройте замок, а. Так, теперь нам надо думать, куда нам надо попасть. Вот так. Да ты чё? Тебе не надоело ходить еще? Вот, какая сложная задачка-то, не детская. Это чисто для волка. О, ну как тебя ключ-то взять? Мыши, скажите, куда я могу кинуть? Куда я могу кинуть, а? Там ничего интересного нету, я туда уже кидал. Здесь тоже ничего интересного нету. А здесь? В это яблоко я же не могу кинуть. Что там падает? В общем, ребята, я уже кучу яблок там наложил или наклал. Может быть, надо куда-то в другое место кинуть? Мне сколько туда яблок накладывать, ты? Ведущий, говнющий. Давай. Можешь, вот сюда, куда? Нет. Ну, мне так кажется, что что-то не то. И что мне это даст? Во! Я уже какую городушку-то надел. А мне что надо сделать-то? Давай. Ты ее, парасоте. А тебе не кажется, что яблок уже много стало? Мыши, мне надо медведя открыть, чтобы он помог мне. Вы так и будете ходить туда-сюда, дай сюда яблоко. Медведь, не ори.
Я, видишь, не могу никак сделать по-другому. Да мне только туда кидать. На. Говна кусок. Мне что делать-то с этим яблоком? Я в другую сторону не могу его кинуть. Там же ничего интересного нет. И мне здесь стоять, что ли? Я могу перепрыгнуть? Может, веревочку где-то сбить, а? Дай сюда, мышь. Дай сюда. Буду сюда кидать. Ну, вот сюда, например. О! Та-т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 а
Ты поставишь ее, что ли? Нет? Твою мать, а! Ход убирается. Давай! Бесполезно. В общем, ребята, напишите-ка в комментариях. Ай, ты медведь, блин. Я не медведь. Собака, волк. А нет, волк. О, просто то вообще красавчик, вообще шикарно. Так киданул. В общем, киньте. Кого киньте? Напишите, куда мне захреначить это яблоко. Как я его возьму-то? О, я его взял. Ого. Эво. Мы зачем туда кидаем яблоки, так и не пойму. Я не могу дальше кинуть яблоко. Вверх я тоже не могу. Мыши, идите сюда. В общем, мы зависли на этой игре. Я пока буду кидать. Как докину, ребята, я обязательно выйду на связь. Надеюсь, докину. Твою мать. Всем пока. Пишите давайте, а то я это... напрёкся. А сейчас мы поиграем в другую игру. И следом, через день, выходит другая игра. Всем пока.